В Минкульте рассматривают возможность повысить стоимость прокатного удостоверения для фильмов. Если сейчас для выхода зарубежной ленты в России нужно заплатить 3500 рублей, то, возможно, цену поднимут до 5 миллионов. По мнению чиновников ведомства, это позволит очистить прокат от заметного числа иностранных фильмов низкого качества, а в кинотеатрах освободится больше времени для отечественных лент. Кстати, российским киношникам тоже придется заплатить крупную сумму, однако затраты будут компенсированы. Об этом рассказал управляющий директор фонда кино Антон Малышев. По его словам, соответствующее предложение вскоре будет рассмотрено на правительственном совете по кинематографии.